большой сельдарчик будет строить свой велосипед. У него плохо едет колесо. Ну, как будто. У Эльдарчика есть сумочка с инструментами. Ну-ка, давай, покажи, как ты будешь строить свой велосипед. Да. Вот сумочка. Он из нее достал инструменты. И выкинул сумочку. Так, как ты будешь строить велосипед? Так, есть плоскогубцы, щипцы. Он этими щипцами управляет колесо. Ну как? И вот с этой стороны. Так, и второе колесо управляет. Молодец. Ой, даже подставку для ног щипцами управляет. Может, молоточком нужно поправить подставку для ног? Там, может, болтики отошли, нужно их чуть-чуть молоточком. Вот так. Вот так. Ну как? Так, и сиденье нужно подправить. Колеса молоточком. Ну как, крутится? Может, пилой нужно чуть-чуть подпилить? Да. Где пила? Вот пила, смотри, вон лежит. Так, нужно чуть-чуть пилой подровнять, да? Да, чтобы были ровные колеса. Вот так, тут пилой подровняем. Тут. Вот так. О, может, нужно отверточкой что-то подправить? Так. Подкрутит Эльдар отверточкой. Вот так нужно строить велосипеды. И вот там болтики под сиденьем обязательно нужно поправить. Вот так. Умничка. А педальки подкрутить, чтобы хорошо крутились. Так, педальки подкрутим. Чтобы они хорошо, плавно крутились, быстро. Вот так, отверточкой. А еще у тебя ключ где-то был. Можно ключом болтики поджать? Гаечки, болтики. Покажи свой ключ. Какого цвета? Желтый, умничка. Еще Эльдар нашел. Папиных инструментов какую-то нитку. Что же он хочет ей сделать? Замотать там что-то нужно, Смулька. Ты молодец. Ну как? А теперь залезь на велосипед и проверь, хорошо он едет. Построил ты велосипед? Нужно же проверить. Положи нитку, чтобы двумя руками держаться. Так, Эльдар будет проверять, хорошо он построил велосипед своим набором. Нет. Еще нужно строить. Ой, шортики зацепились. Так, еще нужно чуть-чуть.